Что, скибиди, конфета? Дарит, да, смотрите, третий походу песок. Друзья, TV Woman тоже. Сладкая. Один спикермен держит, больше никто. Смотрите, друзья. Ополчить нафиг, посмотрите, что происходит. Джимен палит Вантусамена. Это мне сегодня понравилось больше всех. С лицом? Быстро спасай, нету, ну ест. Вы чё, блин? Выходит, смотрите, какая ушастая TV Woman. Господи! Ну помилуйте! Да, пожалуйста, не... А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец! Спасибо! Ты настоящий искатель приключений! Папа, это что, скибиди, конфета? Да, ребят, смотрите, третий походу песок! Друзья, TV Woman тоже! Сладкая! Вау. Ничего себе, унитазы! Вау. Обалдеть, какие они крутые! Это похоже на пластик, но похоже также на что-то сладкое. Посмотрите, ребята, такого мы вам еще не показывали. Всем привет, мы на Валеришка Геймс! Погнали! Это унитазы это захватили это Барби! Это похоже на Барби! Это не похоже, это и есть Барби! Это рака! Нереальная! Унитазные куклы! Слушайте, ребята, я не знаю, правда ли их можно кушать, но очень даже хотелось бы. Очень ржачно. Не, ну это Кен. Это прям Кен один в один. Ого, а что это у него? Это бородатый? Ребята, кто смотрел Барби, напишите в комментариях, кто понял, что это за персонаж с такими усами и бородой. Это что у него, горшок на голове? О, да, похож. Они все такие милые становятся, когда их делают розово-голубыми. Нереально. А ну давайте сейчас посмотрим. Вау. Город захватили скибиди Барби. Супер, это ангел. С волосами? У него шеи даже не было. Вау. Фига себе эта картина. Вы видели? Обалдеть. Это, короче, скибиди туалеты в аниме. Смотрим, друзья, кто сейчас на нас вылезет. Выпрыгивай давай, дружище. Необычный. Он как будто бы, знаешь, это с того света. Да, похож больше на вампира. А тут кто? Кто у вас там в писсуарах? Подскажите, пожалуйста. Ну да, все понятно. Скелеты, зомбаки и прочие всякие упыри и вурдалаки приготовились к атаке. Ребята, сегодня самые крутые поделки мы вам показываем. Оставайтесь с нами до конца. Лайк поставьте нам, ребят. Мы ценим каждую вашу поддержку. Спасибо вам за пальчик вверх. Вот они. Ого. Это какой-то вообще нафиг Франкенштейн. С ним что-то случилось. С ним какие-то опыты делали? Мужчина, сюда тазы, скажите. Сошел с ума. Не, ну это понятно. Он сошел с ума еще при жизни. Часто он просто не живой. Смотри. Бывает. Восстание живых мертвецов, ребята. С вами сегодня смотрим скибиди туалет. О. Вот это помилее. Ребята, наша новая история затопления города. Сейчас скибиди сити будет затоплен. О, нет. Интересно, смотрите, там собачки гуляют, на колесах лежат. Собачку забыли, смотрите. Вы гуляете собачку, на лежите лодочке. На колесах. На лодочках. Это Влад А4. Видели? Вау. Красная. Красная? Где вы взяли такую воду? С чем она? С красителем. Офигеть. Ну понятно, что с красителем, ребята. Мы же не думаем, что это настоящее. Псо. Видели, как они дамбу построили? И подперли ее швабрами, да. Чтобы она чтобы никто не прорвался. Ребята, сейчас скибидисты будут затапливать город. Там агенты и гуляют. Ребята, мирные жители. Уходите. Это все, друзья, закрыто в аквариуме. Большое спасибо каналам, которые делают такие штуки. Ссылочки будут в описании. Это же пила. Да, у них происходит батл на самой вершине дамбы. И сейчас, когда начнет подступать вода, эта дама постепенно они будет рушиться. Они, видать, не знают то, что... Посмотрим, сможет ли выдержать лего-конструкция с подпорками. Держит спикермен, там люди, держит камермен. Такие... Давай, не, камермен не держит, камермен просто, ребята, я у нас дверь, пацаны, давай. Так, мы держит... такие, ну ты идиот, помогай. Маленькие лего-человечки держат. Он такой, я потом давай. Прислонюсь, говорит. Все, вода подтачивает песок. Это сейчас все начнет валиться. Посмотрите, оно уже валится. А воду добавляют? Ребята, нет, воду прекратили добавлять. Или добавляют? Добавляют. Женщина с тяпкой говорит, сейчас я вам помогу. Я на даче и не такое делала. У меня когда там дождь, наводнение, у меня там, ты что, дома падали, я там все держала. Так, ну что? Валится все. Вода, ребята, пошла. Уходите. Она снизу подступает. Посмотрите, она сочится. Ой, камерамен такой наклонился. Ой. Ребята, или он такой... по-моему, меня ой. С легонца пришатнуло. Ребята, у вас на дорогах уже вау. А почему вода синяя? Скибидисты сдвинули. Почему она синяя? Кстати, а что она синяя реально? Там она красная, там она синяя.
Как такое получается? Я не понимаю. Кстати, магии один природы. Спикермен держит, больше никто. Смотрите, все друзья. Рухнули. Да, все палочки разваливаются одна за другой. И на самом деле держит только спикермен. И держит небольшие вот эти вот маленькие человечки, которые, кстати, уже утонули. Все всплывает. Не, вон там еще, блин. Это финиш. Уходит, собачка всплыла, ты не видела? Да, вот. Большой. О, вон она болтается. Кстати, это что, Джимена была собака? Я не подозревал. Джимен, у тебя что, есть питомец? Все утонули. Ладно. Друзья, смотрим наши лего-поделки. Угадываем, кто это. Светофороголовый. Светофоромен, друзья. Ой! Ой, котик. Такого еще не было. Ребята, с нами сегодня веселые мемы. Озвучивают вместе с нами эти прекрасные штуки. Вау. Как зовут этого актера Скалу? Кто знает, напишите в комментариях, в каких фильмах он снимался. Что вы с ним смотрели? The Rock. Вау. Ого. Светофора Вумен? Я такого еще не видел. Ни в Майнкрафте, ни в Лего я еще такого не видел. Папа, не так, смотри. Куда не смотри? Светофор? Что там не смотри? Не светофор, причем где два красных света? Это не светофор! А, это спикермен. Вот это я, короче... Наговорил. Он мне за это, смотри, экран разбил. Говорит, Влад, ну ты вообще баран. И... О, какая толстуха. Там выдели маленький унитаз вот снизу. Такой... О, господи! О, помилуйте! О, пожалуйста, нет! Женщина! Это бог. Папа. Это на унитазе. Нет, ребят, это было с анимацией. Мы вам показывали эти анимации. Смотрите, да. Все наши каналы, ссылочки в описании. Короче, девочки вышли с дома и пошли на прогулку. Со школы. Тут такой... Да, со школы. С рюкзачками тут такой унитазный. Уходите! Девочки, вы не хотите, чтобы вас немного съели? Одна падает! Смотри, пятится! Забирай свою подругу! Быстро спасай! Нету, ну ех! Вы чё, блин? Выходит, смотрите, какая ушастая телевумен. Вау! А ну, подпусти девчонку быстро. О, девушка. Вы прямо даже ничего. Я, пожалуй, вместо нее возьму вас. Нет, перебьешься. Сейчас мы это все с вами будем делать. Друзья, да, у нее есть парень, и мы даже знаем, у всех, у этих телевуменов один и тот же парень телевумен. Нет, кстати, их много, там телевумен лач, телевумен апгрейд. Вот. Тюмен титан, тюмен обычный. Каркас у всех, ребята, стандартный. Если вы хотите сделать что-то подобное, вы можете легко это все сделать, если у вас есть пластилин в достаточном количестве, просто нереально много. Вот. И лего, ну, мешка 3 деталек. Вы можете это все сделать. Так. И там времени дофига. Ну, и времени месяца 2, наверное. Не знаю, ребята. Мы сегодня вам будем показывать такие инсталляции, такие диорамы и такие конструкторы просто нереального размера. Я не знаю, в пол роста. Погнали! Так, это руки. Ну, оденьте уже, ну что в самом деле? Ребята будут опять злиться на меня, что я тут вам это... Так, лапти. И... А у нее штуки были? Каблучки, да. Вот, смотри, какая она модная будет. У нее сегодня голубостайл. Блу такой у нее сегодня. Одевайте уже. Посмотрите, они собирают юбочку, чтобы она выглядела как натурально. Ребята, это все пластилин. Да. Вы представляете? Это все пластилиновая такая пластинка, очень тоненькая. Оно все мнется и очень классно смотрится. А, она школьница будет? Вау! Даже вот эти вот полосочки на рукавах. Даже, это что такое? Это типа как... Да, она как стюардесса? Или школьница, или галстук? Офигеть. Ребята, что это за одежда, чей-то костюм? И колокольчик, чтоб не потерялась. Вот тебе мы наскать. Она такая, бздынь, дорогой, я здесь. Так, и делаем телевизор с ушами. Самое главное, с ушами и с веселыми глазами. Как у нее были сердечко, а второй был не очень сердечко, подмигивающий. И рот. Все, ребят, пора ставить. Прикручиваем. Ну что, смотрим, что у нас получилось. Не, ну симпотная, классная. Ребята, лайк поставьте, если вам нравятся такие штуки из пластилина, лего и песка, конфет, пластика и не только. Обязательно поддержите нас. Вот, смотрите, она заступается, пришла гладит его. Тебя. А, она за волосы схватила. Приду тебя в унитазе помакаю, будешь до меня... А, ну, короче, он ее догоняет. Вот она вся эта... Вся эта сцена. Так, погнали, делаем дальше. Лего. Это... Камера вумен. Ой. Это нуб. Нуб, камера вумен. Ой, это когда она... Да, пулемет у нее сзади. Все как обычно. У нее голова поворачивается. Ребята, вы знаете, что туда вылазит? А у тебя будет вылазить, скажи, пожалуйста? Да. Да, будет. Нет, не будет. Все. Потому что слишком мы долго делалось. Мы ее укокошили, потому что слишком долго делалось. Вот она какая. Вау. Папа. С лицом? Видели, она с лицом была? Ничего вы себе. Вы это видели? Это так, шок-программа. Вантус. А в Лего, кстати, что, есть вантусы? Кто это был? Ребята, вы заметили, кто это был? Напишите в комментариях. Это Вантуса Мэн.
Why? Это кто? Это с Пеппер мультика, как он называется? Пеппермен, по-моему, который пиццу готовил у нас. Поваренок, мы смотрели эти анимации с вами на Family. Wantus a Woman? Я еще такую не видел. Ребят, вы видели? Окей, ладно. Окей, погнали. Мы потом об этом поговорим. Это кто? Я без понятия. Это Лера была без понятия. Это камера Мэн. А чё красный? А чё он красный? Я думала, только спикер Монтитан. Мужчина, вы кто? Покажитесь нам, пожалуйста, полностью. А, это девушка была. В красных перчатках. И делаем бога. Смотрите, ребята. Клево. Лего, вы представляете, сколько там деталей? Да, ребят, это та же TV Woman, которая только что мы делали с вами из пластилина. Похоже. Да. Только в другом костюме и другая. Да. Ребята, вот, смотрите, я вам рассказывал. Продолжаем. Город. Обожаю. Ой, про TV Man. Этого TV Man. Дрейлер. Да. Дрейлер. Как он называется, ребят? Кто знает его имя? Там было написано? Unlarged TV Man. Короче, какой-то большой. Он был в одном из первых фанмейдовских эпизодов. Посмотрите, друзья, у него даже крутятся все его экраны. Короче, мы будем называть прикольно. Его многоэкранный. Кто знает, как он точно называется, обязательно нам напишите. Титан Спикермен. Титан Спикермен. Они будут сражаться, наверное. Или будут стоять. Я не знаю, может просто постоят. Пацаны, классно, собрались. У нас такой, вот типа, дома. Я тебя посмотрю в спинку, а я тебя просто отвернусь. Ребят, я вам, смотрите, как я вам говорил, это реально в пол роста. У него дом, посмотрите, это огромный стол. Я даже не знаю, сколько деталей ушло на изготовление каждого из этих домов. Но я уже не говорю про персонажей. Я уже не говорю про время. Очень круто. Просто нереально, ребят. Обалдеть. Так, это у нас, как обычно, G-Man. И сейчас будет, наверное, кто-нибудь с ним в помощь. Твои красивые. Четвертая должна поместиться на этом столе, легко локация. Опять дом. Как обычно. Робер! О! Это туалет-грабитель. Туалет. Троллет. Преступник. Который нифига не делает. Кто такой Робер, Лера? Грабитель. Грабитель. Да, ты шо? Он весь черный, посмотрите, он пришел сражаться. Да, это один из новых. Кстати, а был этот Робер в официальных фагдабуновских этих? Мне кажется, да. Да, по-моему, был тоже, да? Ребята нам напишут. А мне кажется, они все сражаются против унитаза. Вот эти вот три чувачеля. Ну да. Слушай, Титан, у тебя дерево горит. Подпалил, ты что? Не, ну фонарики это важно было. Я согласен, ребята. Для антуража просто то, что надо. Просто обалдеть. Кто следующий? Входите. Апгрейдит! Это самый крутой TV. Это камерамен. Но он, кстати, не самый большой. Или самый большой? Самый большой был самый первый, ребят. Пока он мне нравится больше всех. Потому что мы еще никогда и еще до этого с вами его не делали. Тоже дерево подпалил. Жопа. Серьезно? Кто же будет у нас следующий? Не знаю. Давай посмотрим. Унитаз, наверное, да. Спайдер. Унитаз. Делали мы с вами спайдеров. Обязательно посмотрите наши предыдущие серии, посвященные Лего Пластилину на этом канале. Ссылочки на все наши каналы в описании, ребят, переходите. Так вот, после этого ролика переходи, ребят, очень много крутых серий для вас. Да. Опять горит дерево. Скибиди туалет G-Man. Этот был. Ой, он какой-то, смотри, у него унитаз обрезали. Он высокий такой. Он как ваза с цветами. Ну почему? И дерево горит. А может это не горит? Может на нем просто выросли какие-нибудь экзотические фрукты пламенем вверх? Друзья. Так, кто следующий? Еще на столе полно места. Давайте. Дружище, что? Смотрите, у него даже совпадают все эти... Ну, у него дерево не горит. А, там были все дома. Все, ребят, все? Понятно. Промотали. Это хорошо. Просто улица. Запускай туда человечков. Так, смотри. Этот многоэкранный говорит, смотри, какой у меня башка крутится. Мы такие, вот. Все такие, вот, клево, классно. Спикермен говорит, а у меня не крутится. Так, G-Man наш апгрейженный. Так, это наш грабитель. Это наш TV-Man апгрейженный Титан. У тебя дерево. Летать можешь? Вот этот Вася может, я уверен, 100%. Этот паучарка и весь город. Размер. Ребята, размер. Зацените размер. Погнали. Делаем с вами, чего еще раньше не делали никогда. Это кукла Джона Уика. Кто смотрел, может быть, этот фильм? Сейчас. А у него собачку нафиг. Так, посмотрите, у него все двигается. На самом деле, что бы ни делать из пластилина и не придумывать все эти шарниры, суставы и все, чтобы двигалось, можно всего лишь навсего купить куклу, которая загрустит, скажет, так если мне голову оторвали. Вынуть все из него, выломать все специальными плоскогубцами-кусачками и освободить голову, и сделать из него агента. Почему это никогда никому не приходило в голову раньше? И давайте угадывать, кого мы с вами будем делать. Лера, молчи. Камерамена. Камерамена?
А может быть не простого камерамена? Фантусамена? Ребята, как вы думаете? Успели написать? Лера, как обычно, да, блин, вода в попе не держится! Уже вантусы все сделали! Что вот именно? Так, они же красные. Смотри, какой у него маленький пульверизатор такой. Распылитель. Он даже заклеивает специально, чтобы красное не попало на само дерево. Ого, трубочка. А, это будет его шея. Офигеть, камера. Какая тонкая работа. Ребят, поставьте пальчик вверх. Да. Вот он, все стоит. Камерамен, вантусамен. Красавчик. Но у него же руки и ноги гнутся. Это значит, его можно развернуть вообще в любое положение и создать любую... Катсцену, да. Вот Лера права. Правильное слово подобрала, я сбуксовал. А что, он противогаз надел? Это респиратор? Чтобы не... Он его вытирает. Это как пенопласт? Что-то крошащееся очень сильно. Мы никогда из такого еще не делали. Это очень странный материал. У него целая мастерская, ребят, это... Он готовился. Это целый, я не знаю, наверное, сарай арендовал. Так, это кто? Голова. Кстати, мы обычно делали с вами скибидистов просто из пластилина. Но он делает из фольги ему череп. И какого-то основания. Нет, который... обычного пластилина. Который он вырезал каким-то другим пластилином. Он вырезал не пластилином, у него специальное лезвие, чтобы ровно отрезать ту часть, которую нужно. Смотрите, у него даже стол пролинеет. Фига себе, это что, скибидис дедушка? Джимен? Джимен? Дедушка? Похож. Нет, это похоже больше на того ученого. Но у него не было, он не делал. Что он делает? Он состаривает, как бы, делает такой лофт-стиль. Он странный светиться пол. Будет. Вы представляете, там две батарейки. Ну, должен же быть свет. Он подводит... А что ты решила, что должен быть свет? Потому что... Ну, вау. Наверное, да. Офигеть. О, откуда будет свет? Мне так интересно посмотреть. А где глаза? Ребят, вам интересно? Что происходит? Я. Вот! Атака вантусамена на него! Он что, будет глазами стрелять? Ополчить нафиг! Посмотрите, что происходит! Джимен палит вантусамена! Камерамена! Это очень круто! Такого еще не было, и это мне сегодня понравилось больше всех! Вау! Друзья, поддержите лайкосиком этой серии, напишите, что вам понравилось. Самое главное, что понравилось вам. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка Максим, Play Games and Family. Все ссылочки внизу под этим роликом в описании. Переходите, мы вас очень любим. И стараемся только для вас, потому что вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока. Жмите на следующее видео, встречаемся там. Пока.